Такого количества людей Центр занятости населения, пожалуй, еще не видел. По оценкам Центра, работу в Сочи хотели бы получить около 800 украинцев. Ярмарку сегодня провели для жителей Луганской и Донецкой областей. Им в Сочи готовы предложить более 1500 вакансий. Это квота для иностранцев. Кроме того, жители Украины могут выбрать любое из более 14500 предложений, которые есть в базе Центра занятости города Сочи. Сегодня в ярмарке участвовали около 20 предприятий. В основном из сферы гостинично-ресторанного бизнеса, строительные фирмы и предприятия торговли. Вакансии – горничные, официанты, повара, продавцы. Также требуются электрики, сантехники, сварщики. Ряд предприятий ищет специалистов высокой квалификации, например, инженеров. Сегодня у нас здесь тоже организована консультация представителей Федеральной миграционной службы и Управления социальной политики администрации города Сочи. На все интересующие вопросы они могут получить исчерпывающий ответ. Собеседование с соискателями сегодня проводили и по скайпу для тех украинцев, которые готовы работать в других городах Кубани. В планах Центра занятости населения провести еще одну подобную ярмарку вакансий.